коротко, потому что, конечно же, сегодня не тема, но мы не можем рассказывать про дотеру, не рассказывая про это. Да, вот здесь на этом первом слайде особенности дотеры, почему. И мы можем посмотреть, давайте я даже открою, наверное, эту презентацию, мы можем посмотреть, что там эти значки, что вот здесь вот высвечиваются такие значки, как CPTG, да, об этом мы тоже будем говорить. Вот, и почему сейчас такой огромный интерес к этим продуктам, к эфирным маслам, и почему с компанией дотера такие огромные возможности. Я сама, давайте я представлюсь, я не знаю, понимаю, что меня не все, конечно же, знают. Меня зовут Лариса Брехова, я живу в Риге, я являюсь лидером компании дотера в ранге Silver, да, вы сейчас увидите, что это такое, почему, ну, в смысле, что значит Silver именно в компании дотера. Я уже с этим продуктом 4 года, вот, может быть, я сначала бизнес развивала не совсем правильно, но я понимала, что здесь есть возможности, да, продукт удивительный, продукт влюбилась почти сразу. Пришла, я могу честно сказать, я пришла не только на продукт, ну, я пришла, в принципе, на бизнес, так уж у меня сложилось. Потому что та компания, я сегодня про это буду говорить, та компания, которой я, чьей продукцией я пользовалась до этого, где я строила бизнес, мне поэтому, ну, как бы достаточно легко какую-то параллель проводить. Тоже удивительная компания с очень хорошими составами, с безопасными. Как раз именно там я поняла, что нужно отталкиваться от качества продукции, от изюминки, и только компания, в которой есть изюминка в продукте, с ней как бы бизнес строится очень даже здорово, очень даже легко. Вот. И 4 года назад, когда я поехала в Америку, когда я увидела в одном зале более 30 тысяч людей, и среди них было столько молодежи, это меня покорило больше всего, очень много мамочек, папочек с детками. Это было удивительно, потому что в той компании, в которой я была до того, как-то были все больше люди, ну, такого возраста постарше. И как-то молодежь не очень шла, хотя там продукт был очень хороший, не очень шла в сетевой маркетинг и не очень интересовалась вот именно возможностями. Пользоваться пользовались, но как бы на этом все и заканчивалось. Вот, хорошо. Про ароматерапию. Почему здорово, почему мы как бы выбираем этот продукт для себя, потому что на самом деле ароматерапия тренд современности, да, спрос на эфирные масла сейчас просто огромный. Это показывают последние события, это показывает темпы роста компании дотера, интерес вообще к эфирным маслам и как бы в частности к эфирным маслам компании дотера, потому что очень часто люди даже диффузор спрашивают. Диффузор компании дотера, потому что кто-то где-то кому-то что-то рассказал, где-то увидели, но для нас еще будет очень важно, что ароматерапия это не просто эфирные масла, а именно эфирные масла терапевтического класса. Вот тот самый сертификат качества CPTG, про него, конечно, мы отдельно рассказываем в отдельных наших встречах по продукции, вот, имеет для нас огромное значение. Как раз то, о чем я говорила, для нас очень важно, чтобы у нас была какая-то изюминка. И здесь она у нас есть. Вот, еще очень важный момент, это когда мы приглашаем нашу компанию, ну, не просто мамочек с детьми, не просто интересующихся, а специалистов, врачей, например, людей, которые связаны с наукой, с медициной, для которых очень важно, чтобы это было вот. А где факты? Факты где, да? Потому что многие воспринимают эфирные масла как что-то вот понюхать. Я там понюхала, нравится, не нравится, не более того. Но ароматерапия – это действительно доказательная медицина. И вот здесь вот мы можем потом опять в наш чат в Silver по бизнесу, если там еще кого-то нет, подключайтесь, скинуть еще раз эти ссылочки, где вы можете найти очень много научных статей по ароматерапии. Не только компании дотера. На самом деле компания дотера не придумала ароматерапию. Ароматерапию известно человечеству, вот, посмотрите, с древних времен, использовалась и применялась, это тоже наша отдельная история, про это мы будем говорить отдельно, если у вас будет интерес, да, история ароматерапии. Вот, компания дотера, так, секундочку, мне тут звонят. Так.
Так, слышно меня, не слышно? Слышно. Да, Саша, ты мне звонила, нет? Нет. Странный был звонок. Ну ладно, хорошо, все, прошу прощения, да, мне казалось, что что-то... Вот. Но, что сделала компания Дотерра, она для нас создала сертификат качества, стандарт терапевтического класса. И вот это, опять же, нас отличает и дает нам огромные возможности, именно в возможностях бизнеса. Да, вот это вот для нас прям фишка, плюс, потому что, как я уже говорила, в компании, с которой вы хотите сотрудничать, строить долгосрочные отношения очень важно, чтобы была вот та самая фишечка, которая прям, а почему с Дотерра, да? Ну, помимо того, что маркетинг, мы сегодня про него будем говорить, еще и качество продукта, потому что, на самом деле, этот слайд, он прям вот основа основ, да, спрос на эфирные масла сейчас высок как никогда, потому что люди ищут, действительно, ищут альтернативы поддержания своему здоровью, очень много фальсификатов. Вот эти все слайды, которые мы здесь имеем, мы сегодня про них не будем говорить. Мы будем говорить только о том, что качество есть. Компания Дотерра сотрудничает с независимыми компаниями, которые проводят исследования. И не только компании Дотерра, а очень много многих разных брендов. Вот здесь вот на картинке вы видите исследования в Европе, которые проводили. На самом деле мы все прекрасно, кто уже в компании какое-то время, знаем, что компания проводит 54 теста на каждую партию. Возможно, сразу можно это не осмыслить, вот это выражение, на каждую партию. Почему для нас это так важно? Потому что очень часто сдают, значит, на тестирование одну партию, очень качественно, да, заказали очень качественные продукты, и потом с этими накладными, с этими сертификатами продают все остальные партии своей продукции. Так вот, компания Дотерра делает проверку на каждую партию. Вот партию масел получили, протестировали, делает самые сложные анализы. Вот на этом слайде видны, какие анализы, про это можно почитать на официальном сайте, об этом можно поговорить тоже отдельно. И вот то, что я сказала, 54 анализа на каждую партию эфирных масел, абсолютно все. Вот как выращивали сырье, когда собрали сырье, делает анализ на наличие тяжелых металлов, да. Причем 43 анализа проводит сама компания, которые включают в том числе вот эти вот очень сложные, очень дорогие анализы. 11 проводят сторонние организации. И вот этот знак CPTG – это знак терапевтического класса. Если кто-то здесь есть новенький и не знает, что это такое, очень коротко, что же такое стандарт терапевтического класса? Это когда есть границы качества. И должно быть, потому что эфирное масло – это очень сложное химическое соединение. И должно быть ровно столько химических элементов, сколько должно быть. Это, знаете, как вот анализ крови, да, этот пример очень наглядный, я его как бы почти всегда привожу, потому что все понимают, есть анализ крови, то, что ниже – это плохо, да, если гемоглобин низкий – это плохо, но если гемоглобин высокий – это тоже плохо. Он должен быть в определенных рамках. Так вот, и эфирные масла, стандарты терапевтического класса, они должны быть вот в этих рамках. Если там должно быть вот столько химического соединения, значит, его должно быть столько. И это нужно понимать. И только тогда мы можем получать тот результат от эфирного масла, который мы хотим получить. Вот это нужно иметь. То есть это получение заявленного результата. Безусловно, мы все разные, и как бы результаты могут быть разные, потому что даже там, я не знаю, кто-то выпил таблетку, что там, цитрамон от головы, кому-то поможет, кому-то нет. Кому-то поможет цитрамон, кому-то анальгин, кому-то ибупрофен, если сравнивать с химическими соединениями, да. Кому-то поможет масло мята от головной боли, кому-то поможет масло лаванды, кому-то поможет еще какое-то масло от головной боли. То есть все зависит от человека, от его проблемы, да, но какое-то масло поможет обязательно. Вот, обязательно научим правильно этим пользоваться. И вот видите, здесь перевернутая бутылочка, где можно посмотреть все анализы, которые пройдены компанией на каждую партию. На дне бутылочки мы переворачиваем, находим код,
заходим вот на этот сайт независимый source.io, вводим эти циферки, и мы видим все вот эти сложнейшие хроматограммы, чтобы все компоненты были ровно столько, сколько они должны быть. Вот этот слайд тоже имеет огромное значение, про это говорим всегда, везде. Я, кстати, не сразу поняла, почему-то этот слайд имеет такое большое значение. Я сегодня к встрече просила подготовить две книжки. Если кто-то подготовил, есть у нас еще книжечка «Создавайте», да, по бизнесу. И там как раз показано на второй, по-моему, страничке «Поставщики». Так вот, что делает компания «Дотерра»? Это тоже имеет отношение к бизнесу. Почему вы захотите сотрудничать именно с этой компанией? Компания «Дотерра» изначально... про основателей сейчас тоже поговорю, решила, что они сами не будут выращивать сырье. Они сказали так: мы умеем прекрасно создавать рабочие места, мы умеем контролировать эти процессы, и мы знаем, как получать эфирное масло высокого качества. Но мы не умеем выращивать. Есть люди, которые занимались это поколениями. Так вот, мы пойдем к ним, создадим у них условия, получим лучшие эфирные масла, потому что мы им предложим такие условия, на которых они захотят сотрудничать именно с нами. Вот эта цифра 98, она стала совсем недавно такой, еще не год назад она, по-моему, была в районе 80. Да, многие фермеры хотят сотрудничать именно с компанией «Дотерра», потому что это очень честные отношения. Деньги получают за 4 дня, да. Причем вот эта вот честность именно в том, что мы хотим получить качественное сырье, мы вам заплатим в том случае, если вы нам предоставите лучшее сырье. И выплачивают те деньги, которые обещали, в отличие от многих перекупщиков, которые сбивают цены, говоря, а вы вырастили все-таки недостаточно хорошее сырье, и поэтому цена будет ниже. Да, и, конечно же, когда есть такие нечестные отношения, тогда и... нет долгосрочных обязательств, поэтому компания «Дотерра» с фермерами выстраивает долгосрочные отношения. Она строит там больницы, она строит школы, инфраструктуру, она проводит просто водопровод в те места, в которых нет воды. Это уникально, это здорово, про это вообще есть целые разделы. Вот, когда рассказывают, насколько компания «Дотерра» занимается и благотворительностью, в том числе, и вложением вот в эти бедные регионы. Это важно. Мы знаем, что все начинается с семечки, сырья, и только в таком случае качество продукции будет очень классным. Я уверена, что все, кто сегодня пришли на эту встречу, так или иначе находятся в теме здорового образа жизни. Правильно? Пишите плюсики, да или нет. Вот. И вы прекрасно понимаете, что вы пойдете в магазин, и вы будете искать какой-то помидор получше, да, овощ получше. Вы будете искать какое-то хозяйство, в котором выращивали без применения вредных каких-то составляющих, да, там не удобряли химией, а использовали какие-то природные, да. Вот. И это все имеет значение. Вот это вот, вот эти моменты, про которые мне сегодня хотелось сказать, почему мы все-таки с «Дотерра» как бы в том числе. Вот. А теперь немножко вот уже о самой компании. Смотрите, книжечку кто-то распечатал, открывайте тогда книжку. Может кто-то сказать, какая страничка для новеньких книжки создавать? Нет, строится, по-моему, да, была книга? Это будет очень здорово, если вы откроете книгу «Создавайте». Тот, кто распечатал, потому что вот она, третья страничка. На третьей страничке, если вы захотите провести эту презентацию сами, вы ее уже сможете провести, даже не имея вот такую презентацию. Потому что вот причина стать партнером «Дотерра». Сертификат качества, я про него уже немножко рассказала. Что это такое? Далее, смотрите, посерединке там есть 7 основателей. Почему это имеет значение? Я уже говорила, что 4 года назад я не искала компанию «Дотерра», но та компания, в которой я была, она просто успешно развалилась. Почему? Там был один основатель. Один основатель, у которого были какие-то сложности там, с семьей, с женой, с налоговой. И он просто продал компанию. Продал компанию, развалил судьбы людей, которые создавали свой бизнес. Создавали на протяжении, по-моему, компании было 24 года, когда он ее там, вот. И
ее перекупили, качество продукции было уже не такое, как оно было до этого. А что делают мои личные оплайны, да, кто-то их не знает, обязательно познакомитесь, потому что это очень важно, к какой команде вы присоединяетесь, какая есть поддержка оплайнов. Вот этот момент имеет принципиальное значение, потому что вот если здесь точно есть люди, которые там, допустим, присоединились месяц назад, два, три, они уже поняли, что просто приобретя комплект продукции для себя, вот я приобрела, допустим, какой-то набор эфирный дом, вот меня сразу подключают к обучающим вебинарам. И я становлюсь практиком. Я умею использовать эфирные масла дома для своей семьи. Я умею использовать эфирные масла на работе. Вот это вот очень важно, что все, кто присоединяются к нашей команде, они становятся уже практикующими аромаспециалистами. Для себя. Пусть это будет сначала для себя, для своей семьи. Но мы, как бы имея вот такую поддержку тех самых оплайнов в нашей структуре, которые выбрали для меня и для своей всей структуры именно дотеру по определенным критериям. Это качество, это то, чтобы в этом магазине был весь спектр продукции для дома и семьи. Это очень важно, сейчас мы об этом тоже поговорим. Даже не для тех, кто сотрудничает, а просто покупателей. Вот. Важно, чтобы не было задолженности. Так вот, эти семь основателей, которые в 2008 году объединились, и решили, что они хотят такую компанию, они хотят создать такой продукт, которым в первую очередь будут пользоваться сами и их семья. Потому что они понимали, что на самом деле эфирных масел терапевтического класса очень мало, очень маленький выбор. Есть еще небольшие компании, но они работают на местных рынках, там, например, маленькая компания в Америке или во Франции. Очень маленький спектр масел. Вот, и они там что-то чуть-чуть продают, да? Вот. Здесь, конечно, у нас намного больше продукции и масел, и вообще выбор продуктов. Так вот эти семь основателей между собой заключили договор. Это как раз к тому, что вот это тоже гарантия, что даже если вдруг один из них выходит из компании, он не имеет права продать свою долю на сторону, только внутри компании. То есть они сами себя таким образом обезопасили. Да, они хотят, чтобы этот бизнес там передался, в конце концов, по наследству детям и внукам, вот, когда они создавали компанию. Мы знаем, что в Америке как бы принято идти в банк, закладывать там что-то, получать кредиты. Они решили, что они не будут получать кредиты, они заложили свои дома. Заложив свои дома, они, конечно, рисковали, потому что в Америке дом это все, ну, в принципе, как, наверное, везде. Вот, но они очень быстро их вернули, свои дома, свои вложения. Они знали, что делать, и у них все сложилось. Так вот сейчас это крупнейшая компания по производству эфирных масел терапевтического класса. Первая по производству эфирных масел терапевтического класса. Активы в размере более миллиарда. Свыше 9 миллионов, а сейчас уже 10 миллионов. Кто регистрировался недавно, знает, что уже получают 10 миллионов и так далее. 3500 сотрудников, представительство в 20 странах. Это абсолютно все имеет значение. Открытые страны – это значит, что ваш бизнес может развиваться по всему миру. Да, вот, допустим, представительство в 20 странах. Потому что мы понимаем, что мы сейчас опять находимся в таком достаточно замкнутом пространстве, да, встречи там офлайн запрещены, переходим в онлайн, и события последнего полугодия показали, что ни один сотрудник не был уволен в компании «Индотерра», ни один за это время. Объемы продаж выросли, потому что продукт востребован, как мы с вами уже говорили. Вот, и бизнес переходит в онлайн. И бизнес, и обучение. Да? У нас есть возможность и обучаться онлайн, и делать бизнес через онлайн. И вот это вот очень здорово. Ну, это, в принципе, то, о чем я уже говорила. Сотрудничество с независимыми исследовательскими компаниями APRC, которые проводят исследования не только компании Дотерра. Это очень серьезная научная компания, которая вкладывает деньги в научные исследования. Про это вы тоже обязательно узнаете, мы об этом много говорим на всех наших конвенциях, на встречах, мы тоже уделяем это внимание, этому внимание. И вот на той самой страничке есть такая
сравнительный анализ компании doTERRA с компанией Apple. Да, все знают Apple, но не все пока знают doTERRA. Так вот, компания doTERRA догнала по объему продаж компанию Apple за 7 лет. Вышла на такой же объем продаж, как компания Apple, тоже за 7 лет. Да, это единственная компания, повторившая такой успех. Допустим, здесь проводится еще одна компания Herbalife, которая на такой объем вышла за 16 лет. Вот тоже такие показатели востребованности эфирных масел, качественных эфирных масел. Люди как бы прекрасно понимают, что им нужно качество. Вот. Если это кто-то не понимает, наша задача объяснить. А если кто-то не захотел понять, ну, в конце концов, у каждого человека есть выбор выбирать то, что он хочет. Открывает медицинские центры. Вот, вот эту картинку можете посмотреть. Сотрудничество с онкологическими центрами. Вот тоже такое, такая циферка, да, 12% узнаваемость бренда. Я думаю, что она за последние годы, за последние полгода выросла еще больше. Действительно, у нас есть такая смесь, которая называется «На страже» в нашем замечательном комплекте топ-10 масел. Многие, ничего не зная про компанию doTERRA, звонили и говорили, а можно ли у вас купить Ungard? Да, то есть так или иначе вот этот слух про эту смесь как бы распространялся, и люди приходили за смесь Ungard, а потом понимали, что помимо Ungard у нас есть еще что-то, что они тоже хотели попробовать. На этой же страничке, на третьей страничке вот этой замечательной брошюрки есть вот такой процент. Посмотрите, 65%. Да? Что это такое, это тоже имеет очень большое значение. Это коэффициент удержания клиента. Это тоже важный момент. Почему? Потому что, смотрите, 10 человек, из 10, 7 человек, которым вы как бы рассказали, человек зарегистрировался, начал пользоваться продукцией, 7 останется с вами. 3 из них, ну, в конце концов, люди имеют право, да, может, они нашли что-то другое. Вот, а 7 из 10 останутся с вами. Это очень высокий коэффициент удержания клиентов, которые пришли за повторной покупкой. Вот, это тоже такой наш плюс огромный. Да, что еще на этом слайде, о чем бы мне хотелось рассказать, что на наших встречах это вот прям вот заложено философию, миссию компании doTERRA. Все, кто приходит на эти встречи, уже после каждой встречи вы уже что-то будете знать про эфирные масла, даже если вы пришли первый раз. Уже про смесь на страже, которая повышает иммунитет, вы уже что-то услышали. И если у вас еще нет этого продукта, возможно, вы уже захотели его попробовать. Вот. Еще важный момент, про который я говорила, что мои оплайны, мои вышестоящие спонсоры искали компанию, в которой будет очень большой ассортимент продукции, широкий ассортимент продукции. Почему? Потому что есть компании, в которые вас могут приглашать, может быть, даже кто-то там захочет спросить, сказать, в какую компанию вот в последнее время приглашали для возможности сотрудничества. А там может быть мало продуктов. Вот у меня тоже был опыт, я с удовольствием пользовалась, до сих пор пользуюсь там, кое-что для себя покупаю. И даже бизнес сначала показался довольно интересным, да, потому что продукт хороший, почему нет? Невозможно, ты не можешь покупать один и тот же продукт, который не расходуется, да, как зубная паста, как шампунь, как крем для лица. То есть продукт должен быть расходуемым, если вы хотите что-то, где можно строить бизнес. Вот этот момент очень важен. Имейте в виду, сейчас очень много есть там компаний, которые там занимаются, не знаю, тряпочки, я так называю, тряпочки замечательные, наверное, тряпочки. Но вот так вот на секундочку подумать, хорошо, я купила одну тряпочку, вторую, третью тряпочку, да они же не заканчиваются так быстро. То есть, в принципе, для себя покупать почему нет, да, почему нет. Но если вы хотите, чтобы ваши клиенты постоянно делали заказы, имейте в виду, что продукт должен быть расходуемым. Да, есть там замечательная, допустим, фирма Tupperware. Во-первых, это прямые продажи, это не создание пассивного дохода. А обожаю эту посуду. Но сколько мисочек вы можете купить в свой дом? Да, и в результате я знаю... Значит, самой я там года 4 для себя брала эти мисочки, я их очень любила. Вот, и в какой-то момент они у меня просто накопились. Я не занималась вот прям как бизнесом, да, мне не хотелось заниматься продажами. Вот, ну хорошо, есть дети, которым можно было подарить, есть еще какие-то подарки. Так вот, в этой компании есть, в принципе, все, что нужно человеку, вот каждой семье, да каждый день. Чем чистить зубы, чем умывать лицо, тело, волосы, чем мыть посуду.
И все это на базе эфирных масел терапевтического класса. Вот эти моменты, они просто вау. Есть вопрос? Тут у меня еще одна девочка наша пишет, что не может подключиться. Может быть, она там делает запросы, хочет попасть, но не может попасть. Александра, попробуешь? Нет, я мониторю, да, никто не просится. Что-то она не может подключиться. Может быть, еще раз ссылочку ей скинуть? Ирина, скинь еще раз ссылочку ей просто, да? Хорошо. Окей, хорошо. Вот вы знаете, вот на этом слайде... Тоже есть такой момент, хотелось бы просто, вообще, мы сегодня про него говорить не будем, очень здорово, я эту картинку, это еще из одной книжечки, которая называется «Живите», я ее всегда перелистывала, мы проводили с нашей командой буквально вот 2 месяца назад такой марафон, как марафон «Детокс», супер-класс, это еще наша изюминка нашей команды, обязательно повторим весной, дружно, всей командой, я уверена, что все, кто здесь сегодня присутствует, обязательно подключатся. Так вот, в компании Дотерра у них как бы вот эта пирамида здоровья и осознанного отношения к себе, вот это прям супер классно. И здесь мы начинаем действительно немножко по-другому к себе относиться. Мы понимаем, почему нам нужны БАДы. Об этом говорят много, и мы начинаем понимать, какие БАДы. Это именно пирамида, вот основа основ, да, физические упражнения, вплоть до того, что компания проводила бесплатные йога-сессии во время карантина, отдых и стресс. Здесь есть все продукты, которые нужны для того, чтобы человек справлялся с стрессом как можно быстрее и проще. В общем, абсолютно вот это вот сокращение попадания токсинов, но этому у нас есть, как бы этому мы уделяем как бы отдельную тему. И вот этот набор, про который в Европе мы говорим очень много, потому что на этот набор в ноябре у нас 10% скидка, это один из регистрационных наборов, любимейший нами. Мы считаем, что, в принципе, если вы не знаете, с чего начинать, начинайте с этого набора. Просчитаем абсолютную выгоду, вы получаете еще качественный диффузор, про который я сегодня уже тоже говорила, что люди ничего не знают. Обязательно приобретите вот такой кошелечек, который вы разольете себе, пробнички, все масла, они у вас всегда будут с собой под рукой, и вы всегда сможете кому-то дать пробник. Так вот, что же нас отличает вообще компанию Дотерра еще от многих других сетевых компаний? Вы знаете, вот иногда многие даже не воспринимают Дотерра как сетевую компанию, потому что очень часто, ну, сегодня у нас тема такая, маркетинг, да, на первых наших встречах мы вообще просто рассказываем о продукте. И мы предлагаем человеку подарить пробник для решения какой-то его проблемы. Видели на этом слайде, да? Вот такие разные проблемы можем решать вот с этим небольшим набором топ-10 масел. Так мы его называем, топ-10 масел. Самые разные проблемы. И в принципе мы дарим пробник. Если человек не знает, там опасения есть. Да, пробники, как мы дарим пробники, этому мы тоже учим. Сегодня мы об этом говорить не будем. Так вот, наша задача на самом деле... Если есть возможность, это подарить пробник. Решить чью-то проблему. А, вот, кто-то к нам хочет присоединиться. Вот, и поэтому, конечно, сначала, возможно, мы пробуем что-то для себя, кому-то дарим пробник, кто-то начинает дарить пробник сразу, потому что я могу сказать однозначно, кому-то нравится это масло, кому-то нравится другое, и поэтому человек должен попробовать сам свое масло. Вот, а теперь давайте мы поговорим про возможности. Уже вот, я не знаю, про качество. Невозможно говорить про бизнес с компанией, потому что я абсолютно уверена, что большинство, кто пришел сегодня на встречу, пришли на этот продукт. Получив какой-то свой собственный результат, захотели делиться дальше. Да, это нормально. Сейчас мы поговорим еще и про тех, кто пришел сразу на бизнес, как я, например. Да, и я поняла, что в этом бизнесе есть, в этой компании есть возможность, раз меня сюда позвали мои аплайны, они, конечно же, прочитали весь бизнес, и они поняли, что здесь его нужно делать, и они им предлагали очень разные компании. Поверьте, когда хотят в свою компанию получить такую огромную структуру, да, прикладывают все усилия. Ну, я понимала, что раз мы здесь, значит, здесь есть деньги. Но если к вам пришел человек, возможно, он пришел только на продукт, и не захочет он сразу делать бизнес, и иногда не нужно ему
об этом говорим. Сказать можно, да, что у нас есть такие возможности, если тебе будет интересно, мы тебя пригласим либо на эту встречу, либо там встретимся один на один обязательно. Вот, потому что кто-то боится об этом говорить, я не понимаю, почему, потому что я зарабатываю, я хочу, у меня есть приличный чек, а почему я должна это скрывать, да, если человек тоже может точно так же иметь для начала хотя бы этот продукт дома бесплатным, да, и продукт замечательный. Вот, но у нас есть такая программа поощрительных баллов за лояльность. Вот это относится абсолютно ко всем. Строите вы бизнес, не строите, и эту программу нужно очень хорошо понимать. Потому что это уже первый, можете для себя отмечать, первый наш плюсик, чем мы отличаемся от многих других компаний. Ну, во-первых, мы дарим пробник, вы это уже поняли, да, дарим пробник. Мы решаем чью-то проблему. Эфирные масла в тренде, эфирными маслами можно решить очень разные проблемы. С другой стороны, мы никого не лечим, да, это не лекарство, это не лечение, это возможности. Чем быстрее человек начнет эти возможности использовать, возможно, не понадобится лекарство, вот это тоже нужно понимать. Да, если вам, к вам пришел человек там, с последней стадии какой-то болезни, конечно, мы ему не откажем в помощи, потому что элементарно масло апельсина просто может ему поднимать настроение. У нас есть медицинский чат для этого. Это еще один плюс нашей компании, нашей команды, в которой есть такая сумасшедшая поддержка врачебных чатов. Да, мы можем задать вопрос, если там есть серьезная проблема по здоровью. Вот. Хотя у нас есть вот такие вот брошюрки, справочники. Если вы чего-то не знаете и не хотите постоянно обращаться, они есть в электронном виде. Кому надо, мы опять можем их еще раз в Silver запостить. Всегда можно иметь под рукой. Да, если на местах, вы можете у своих оплайнов их тоже, как бы, наверное, или приобрести каким-то образом, понять. Так вот, программа лояльности для всех абсолютно. То есть человек строит бизнес или не строит. Она удивительная, она уникальна. Кто же в компании хотя бы 3 месяца, уже можно сказать, вау, супер, класс, я уже получаю по этой программе дополнительные бонусы возвратные от 10 до 30% в течение года. Я знаю еще одну компанию с эфирными маслами, где к 30% приходят через 2 года, даже если не строят бизнес, если просто пользуются продуктом. Ну, в конце концов, я просто пользуюсь продукцией. И, допустим, мы как бы не сравниваем качество одной и другой компании, да, там хорошая, тут хорошая продукция, там хорошие масла и тут хорошие масла. Хотя в той компании нет 98% своих фермеров. Это тоже такой нюансик, но мелочь, но приятный, бонус для нас. Вот. Вот так они приходят только через 2 года к 30%. Ну а почему, если я только начинаю, так я лучше буду быстрее получать возврат? Что это значит? Все очень просто. Например, вы сделали заказ на $100, первые 3 месяца вам вернули 10% с ваших $100. Вам вернули $10 в пересчете на конвертация в евро, да, в зависимости от страны, в которой вы живете. Каждый четвертый месяц процент растет на 5. Если вы делаете заказ на 50 пунктов хотя бы на 50 пунктов, это тоже вот по сравнению, допустим, с той второй компанией, у них там, по-моему, 100 пунктов, и тогда только им начисляют этот процент, да? Здесь 50 пунктов, ваш процент растет, и вам возвращают бесплатный продукт. К концу года это уже 30% на 100 вложенных долларов. Со $100 возвращают 30%. Я очень люблю приводить пример, что же такое 30%. $30. Да, возможно, это масло ветивера, про которое сейчас так много говорят, потому что масло стабильности, масло уверенности. Вот, а какое-то другое масло, там, это, возможно, масло, там, два масла лимона, которые у нас просто обязательно с него мы начинаем день. А, маслом, с которым мы ухаживаем за лицом, за кожей, поднимаем настроение, убираем наш дом, потому что мы его любим, снимаем токсическую нагрузку. То есть, в принципе, вы получаете по программе лояльности возможность приобрести бесплатные продукты, да, вот, то есть бесплатно взять то, что вы хотите. Еще одно отличие. Я точно знаю, что в той другой компании есть список, из которого вы можете выбрать. А здесь можно выбрать почти все, кроме special offers. Да? Вот такой момент. В течение года до 30% возврата. Это очень круто. Да? Сделала я, допустим, в этом месяце заказ на 125 PV. А мне вернули 30%. Посчитайте, да? Совсем очень даже неплохо. А если месяц, когда делают на 200 PV, да, то есть на $60 мне вернули мой продукт,
Поэтому, да, 65% удержания клиентов. Но нам же интересен бизнес, нам же нужно, чтобы те клиенты, которых мы пригласили, которых мы научили пользоваться продукцией, остались с нами. Им тоже эта программа очень интересна, потому что мы знаем на самом деле, что в компании doTERRA 85% это покупатели интернет-магазина. Это тоже очень важно, когда мы приглашаем людей и рассказываем, например, про наш топ-10 масел, затем проводим wellness-консультацию, которую мы обязательно учимся проводить, учим своих новеньких ее проводить, потому что это очень важно показать человеку, что еще есть в магазине именно для решения его проблемы, что бы он хотел для себя заказать на второй, на третий месяц. Это называется wellness-консультация. Вот. И, значит, помогаем ему составить наш заказ на следующие вот месяцы, да, и показываем, что в нашем магазине есть огромный выбор продукции, не только эфирные масла, вот, и у каждого продукта есть изюминка. Про это мы тоже учимся говорить или там отправляем на вебинары. У нас их многочисленное количество очень ценных вебинаров и по маслам, и по БАДам, и по каким-то другим продуктам. Вот, хорошо. По программе лояльности есть вопросы? Если есть вопросы, спрашивайте. Или в конце тогда поговорим. Вот. Программа лояльного клиента. Да, вот еще давайте такой важный момент. Хорошо, а если я не хочу... Нужно ли делать заказы каждый месяц по программе лояльного клиента? Нужно. На какую сумму? На любую, хоть на 5 евро. Там, допустим, бальзам для губ. Просто вам не будут возвращать бесплатный продукт, и ваш процент будет расти. Возвращают с 50 PV. PV – это внутреннее обозначение продукции. Это как бы есть во всех компаниях сетевых. Почему? Потому что бизнес международный, налоги в каждой стране разные, поэтому есть внутренняя стоимость определенного, ну, продукции, да, это нужно понимать. Вот, то есть выше 50 PV наш процент растет, каждый четвертый месяц на 5 и увеличивается до 30, и у нас идет возврат. Вот, очень здорово. Если вдруг какой-то месяц вы не хотите делать заказ на 50, у вас он меньше, у меня очень много таких людей, кто не делает, хотя это невыгодно, значит, что-то я не донесла. Вот, тогда он у них просто, эта корзина лояльности создана, и в следующий месяц, например, они сделают, и процент их может расти. Вот, этот момент очень важный. Все, кто стоит на программе лояльности, не в первый месяц, то есть в первый месяц регистрации вы еще не являетесь лояльными покупателями, да, а вот уже создав корзину первый месяц, в следующем месяце вы можете получить подарок на 125 PV, сделав заказ до 15 числа. Это еще один бонус абсолютно всех. Не обязательно быть wellness-консультантом. Достаточно быть просто, допустим, покупателем. Да, вы тоже создаете, делаете заказ на 125 PV. В Европе в этом месяце это масло, которого вообще нет в продаже. В последнее время как бы есть такая тенденция. Белый грейпфрут до 15 числа на 125. Тот, кто зарегистрировался в этом месяце, создаст корзину лояльности в этом месяце, в следующем месяце, сделав заказ до 15 числа на 125 PV, тоже получит бесплатно масло месяца. Какое? Узнаем 1 декабря. Как бы мы стараемся в команде уже 1 числа провести какую-то презентацию, не какую-то, а презентацию по новостям месяца. Вот. Для лояльных покупателей есть еще преимущество. У нас есть красивые пакеты только для лояльных покупателей в Европе. То есть, если вы стоите на программе лояльности, вы можете получить эти комплекты по более выгодной цене. Потому что мы знаем, что всегда в комплекте это более выгодная цена. Вот, хорошо. Мне не нравится, что у меня не закрывается. Я не могу. Так, хорошо. Мы пришли к нашим возможностям. Так, кто меня слушал внимательно, сколько лет компании doTERRA, в каком году она была образована? Из новеньких кто-то услышал? Вот, в 2008 году, то есть компании сколько сейчас лет? 12, да? Правильно, так получается. То есть компания сейчас просто замечательный период. Знаете, вот когда компания только-только приходит, это, допустим, до года, вы не знаете, насколько будет она стабильна. Очень часто вам могут говорить, видна вся презентация, я не могу эту панельку почему-то закрыть. А, сейчас я попробую.
таким образом. Все видно и все в порядке. А, все отлично, не мешает вот эта панель, я сама не очень хорошо вижу. Так вот, компания, которые приходят вот только-только. И иногда говорят, все, компания, вот она заходит на рынок, сейчас завоюет. Да мы не знаем, что с этой компанией будет через полгода. Ну реально, вот попробуйте, да, вот так вот. Вот. Здорово, когда компания уже там прошла вот такой сложный период, там, ну хотя бы 3 года, 5 лет. И когда вы видите, что... Да, есть стабильность у компании, почему нет? И в то же время компания в развитии, она захватывает новые рынки. И сейчас мы можем наблюдать, что именно такой процесс и происходит. И эти рынки растут сумасшедшими темпами. Допустим, в прошлом году рынок России вырос 500 раз. Уникальная цифра, да, просто растет вау. Сейчас открываются, готовятся к открытию другие рынки. Более того, некоторые рынки, такие как, например, Латвия, Литва, Эстония, у них даже сейчас еще свободно место основателей страны. Это просто вау! Основателем страны можно стать с ранга голда. Да? И что это значит? Это значит, что став основателем страны, выйдя в этот ранг, закрепив свой ранг там в течение, не помню, посмотрите, сколько месяцев, вы будете все время получать, ну, как бы поддерживая, конечно, свой ранг, а не просто там. Вот, вы будете получать долю от общей прибыли компании. Поэтому welcome, у нас столько возможностей, да, рынок дотерра развивается, огромный интерес. Вот, и что же мы имеем? Давайте сейчас посмотрим, какие у нас есть, вот этот слайд я хотела бы включить. Так, розничный доход, это первое, что я могу иметь, если я пришел на бизнес. Всегда, когда проводим мы встречи, у нас всегда на столе должен быть, если это офлайн, должен быть прайс-лист. Почему? Потому что у вас сразу снимается вот эта проблема. Как же я назову цену продажи? Не проблема, я сразу кладу прайс-лист, я даю пронюхивать масла, если вы на местах проводите, да? И говорю, отмечайте, пожалуйста, то масло, которое вам понравилось. Я говорю, видите, там есть три колоночки. Одна колоночка – это цена для розничных покупателей. Вторая колоночка – это для тех, кто зарегистрируется, минус 25%. И PV. В зависимости от PV мы получаем подарки от компании и вознаграждение. Вот. То есть вот первое – это, да, человек, не все же хотят сразу там покупать комплект. Кто-то хочет купить одно масло, два масла, он имеет на это право. Да, он даже может зарегистрироваться как покупатель без скидки. У нас тоже такое есть. Это как бы, ну, не понимаю, зачем, но тем не менее, человек имеет право. Он не хочет, чтобы его вообще напрягали. Хочу купить и все. Хочу приехать с тобой выпить чашку кофе и купить у тебя одну маску. Ну, имеет право. Две цены. Вот, мы сразу положим прайс-лист. Где прайс-листы брать? Если кому-то будет интересно, будем скидывать в Silver. Так, программа лояльного клиента, вы уже поняли, от 10 до 30%. Если остались вопросы, подготовьте, отвечу. Бонус «Быстрый старт». Это те самые быстрые деньги. У вас обязательно будут спрашивать, а есть ли в этой компании быстрые деньги? Есть в этой компании быстрые деньги. И даже тот, кто зарегистрировался в этом месяце, став на программу лояльного клиента, имейте в виду, когда я говорила про тех, кто просто пользуется как покупатель, он может делать заказ на любую сумму. Его корзина лояльного клиента может быть, там, я не знаю, на 5, на 50, столько, как он хочет. Но как только вы приняли решение, что вы являетесь компаньоном в нашей компании, в нашей команде, и это не условия нашей команды, это условия компании, ваша корзина лояльного клиента всегда должна быть на 100. Если вы регистрируете нового покупателя, нового вашего партнера, ваша корзина всегда должна быть на 100. Иначе вы не получите те самые быстрые деньги по бонусу «Быстрый старт». Это 20% от заказа вашего новенького. Например, вот этот эфирный дом, на который в этом месяце скидка в Европе, это 205 PV, насколько я правильно помню. Значит, вы за человека уже в следующую среду, он зарегистрировался, например, во вторник, в среду вы получаете за него 20%. Считаем, кто умеет считать быстро, говорит, что это $40, да, конвертация на евро. $40 вы получили за новенького, вы встретились, вы рассказали, вы показали. По-моему, совсем даже неплохо. То есть я не сказала, что я еще являюсь йога-специалистом, делаю массаж,
косметик, да, и у меня иногда было, да, допустим, проводила встречу офлайн у себя в студии, у меня, например, после встречи там было, к примеру, 2-3 регистрации. По большому счету это считается, что я проработала весь день, например, делая массаж. Ну, к примеру, вот такой вот, да, момент. Я провела презентацию так, что людям захотелось попробовать этот продукт. По-моему, здорово. Компания нам за это платит. И платит нормально, да. Она платит вот эти быстрый бонус, быстрый старт, чтобы мы людей научили правильно пользоваться продукцией. Платит нам 2 месяца. Нет, корзина того, кто подписывает. А клиент, он вам не обещал, что он будет на 100 пиле делать. Корзина того, кто подписывает, я сразу ответила на вопрос, если еще остались вопросы. Даже вдруг у нас была какая-то акция, или вы, например, сделали заказ уже на 125 пиви до 15 числа, а потом решили, что вам еще что-то нужно дозаказать, и ваша корзина была, например, меньше там. Вы сделали заказ, ну, меньше, чем на 100. Сделайте этот заказ меньше, чем на 100. Вы можете делать заказы из корзины лояльного клиента хоть сколько хотите раз за месяц, да, ну, второй месяц начиная. Но тут же доложите на следующий месяц до 100. Если непонятно, как это выглядит механически, я просто потом тогда покажу уже в самом магазине, да. То есть корзину тут же доложите до 100. Не доложите — будут проблемы. Иногда они могут пойти навстречу через письмо, да, у нас очень хорошая служба поддержки, просто супер. Вот, но в последнее время было такое, что, ну, в конце концов, ребят, ну, у вас есть ваши офлайны, пусть они вас учат правильно все делать. Поэтому будьте внимательны, да. Причем по бонусу быстрый старт получаем с 3 уровней. Тот, кто вас лично зарегистрировал, получает 20%, а его вышестоящий 10-5, то есть 3 уровней. Почему? Потому что мы все заинтересованы как минимум на 3 уровня, чтобы вы остались довольны, вы приобрели этот продукт, и мы будем вас обучать. Как минимум 2-3 месяца прям вот наша поддержка нужна. Поэтому знать своих оплайнов хотя бы на 3 уровня вверх очень здорово. И если ваш первый не может вам что-то ответить, значит, есть вот, пожалуйста, еще оплайн. А я являюсь пока оплайном вообще для вас, для всех, то есть как бы все, кто сегодня собрались, разные веточки, ну, как бы одной большой команды. Вот. По быстрому старту понятно, 60 дней с момента регистрации новенького вы получаете с его заказа. При этом ваша корзина, вот написано, всегда должна быть 100 PV плюс. Это быстрые деньги. Очень классно. Я знаю, что в Европе, в Америке очень любят этот быстрый старт, потому что не парятся. Им не нужно создавать вот эту силу 3, потому что здесь уже нужно думать, куда ставить. Подписываем, и все, очень хорошо. Куда поставить, придумаем. Так, бонус сила 3. Смотрите, бонус сила 3. Очень классный маркетинг. Вот здесь проявляется командность. Вот здесь вот есть то, что прям супер, и то, что отличает маркетинг компании Дотера от многих других компаний. Вот здесь как нигде видна командная поддержка. Вот в любом случае, да. Особенно, когда вы уже поняли этот один из видов выплат, да, потому что лично у меня было так, что я его не очень хорошо понимала в самом начале, но так сложилось. Вот, потом ездила, обучалась системе Шедови, и как бы вот оттуда, наверное, уже стало более все понятно. Так вот, в первой линии, по большому счету, для того, чтобы делать бизнес, вам нужно 3 надежных партнера, 3. Ну, 4-й это так, чтобы на всякий случай, а вдруг кто-то там решил, что он не хочет быть надежным партнером. Так, давайте еще раз тогда вернемся сразу, чтобы не переходить на другой. Так, по корзине можно ли, еще раз объяснить, можно ли делать несколько заказов, и будут они суммироваться. Вот смотрите, первый месяц регистрации человек вообще не является лояльным покупателем. И он ничего не получит в первый месяц по программе LRP. Как только он создает программу лояльного клиента на второй месяц, вот с этого момента он уже считается лояльным. И вот там вот обязательно суммируйте. Да, со второго месяца вам уже 10%, но ваш заказ должен быть всегда больше 50 PV. Тогда возвращается, да? Тогда возвращается процент. Если меньше 50, то не возвращается.
Если непонятно, будем еще раз говорить. Задавай вопрос, да. Первый месяц, да. По первый месяц он даже не дает дело через корзину лояльного покупателя. То есть ваша корзина... Нет, лояльного... А меня не про первый, а потом, про следующие месяцы. То есть я все пытаюсь понять тоже. Допустим, стоит в корзине эти 100 PV, но, допустим, ты пошел, отредактировал, купил там на 70 PV. Потом да, решил, что надо еще на 25. То есть это будет вот проходить... То есть бизнес можно делать или должно быть все равно вот 100, и тогда бизнес можно делать? Вот я это никак не могу. Ваша корзина всегда, как только вы сделали заказ даже меньше, чем на 100, должна быть на 100. И тогда вы будете получать mm-hmm. со всем вот этим вот видом выплат. То есть тот, кто находится в бизнесе, всегда его заказ mm-hmm. должен быть, ну, по крайней мере, он должен быть за месяц сделан, да, вот, и корзина всегда должна быть висеть на 100, если вы подписываете новенький. Вот этот момент важно понять. Суммируется, если заказ... А вот если... Угу. Угу. Да. А вот если, допустим, я просто пытаюсь понять, да, вот эти 100 PV, это просто ты обязан за один раз купить или в течение месяца по лояльной этой ты можешь купить на 100 PV? Вот это за момент. Ну, ваш заказ каждый раз должен быть больше 50 PV. Да, он может суммировать. Ага. Но, если вы сделали, но если вы сделали на 50 PV, а подписали новенького, а корзина ваша так и осталась на 50 PV, вы не получите по бонусу быстрый старт. Короче, нужно все время хитро. Тут надо все время смотреть, да думать об этом. Но, это так быстро все, это же какие проблемы? Ну что, если вы подписываете людей, просто корзина на 100 доложили. Вот. А если вы были на этой встрече, самое главное, что вы были на встрече. Потому что очень часто люди просто игнорируют встречи, а потом говорят, что «а мы не знали». Ну, конечно, ну как донести, если человек просто не приходит, да? Просто не слушает. Ну, просто еще раз открыть книжечку эту, еще раз ее полистать, еще раз встретиться и задать вопросы. Корзина всегда должна быть на 100 PV. Да, да, корзина тогда на 100 PV. Вы получаете по всем видам выплат, кроме Union Level. Угу, там угу. Достаточно. Да, то есть, кстати, Борис, вот со 100 PV поняла, и теперь еще раз, для особо тупых, как бы вот еще раз, да, то есть, корзина на 100 PV, ну, допустим, сделали редактирование, купили там на 50, доложили опять на 100, потом еще докупили, допустим, еще на 50 и доложили на 100. Так работает? Да, конечно. Потому что у меня был вопрос у клиента, поэтому вот мне это важно понять тоже. А клиенту что? И он может делать, если он не подписывает людей, он может делать не любую сумму, нет никаких. Нет, вот там как раз интерес был подписывать, поэтому вот я там не знаю. Подписывать, да, это как на работу ходить. Ну, во-первых, смотрите, мы все равно так или иначе являемся продуктом своего продукта. Имейте в виду, если мы не знаем продукт, если мы им не пользуемся, это вообще не будет нормальный сетевой бизнес. Очень важно, чтобы мы сами пользовались. Вот это тоже момент бонусов, преимуществ нашей компании. Да? То есть, если вы не покупаете этот продукт, не пользуетесь им, а чему мы можем научить людей, которые к нам приходят? Мы будем просто рассказывать, какой замечательный продукт, а сами им не пользуемся. Ну, это нечестно, ну, согласитесь, да? То есть, конечно, продукцией нужно пользоваться. Но самое интересное, что... В какой-то момент, уже даже, я не знаю, на второй, на третий месяц у вас этот продукт уже может быть дома бесплатным, если вы уже там подписали 3-4 новеньких, да? У вас уже будут деньги на следующий заказ внутри магазина, да? То есть как быстро получить, даже если вы не являетесь там билдером строительным, а просто шерером, кто делится, ну, тот, кто был на наших предыдущих встречах, уже знает, что это такое, вот. А он просто понимает, да, я просто где-то кому-то по дороге рассказала, он подписался, я даже рассказала, что ему дальше заказать, и мне начислили там по бонусу быстрый старт, потом мне еще начислили по другому бонусу, у меня этот продукт уже дома бесплатный. По-моему, очень серьезная статья расходов, согласитесь, шампунь, да, косметика, средства бытовой химии, безопасные причем, по-моему, это очень важно, не тратить деньги семье, особенно для мамочек, для девочек. Знаете, у меня была история, когда я в другой компании, а в семье была экономическая такая сложная ситуация, в какой-то момент, ну, я привыкла пользоваться хорошими продуктами, а денег вот, ну, уже там был кризис, да, ну, всякое в семье бывает, да.
Вот, и я решила, что я начну рассказывать. Мне так понравился тот продукт, он классный был. Вот, у меня были продажи, и я очень быстро поняла, что вау, сетевой маркетинг – это очень круто на самом деле. Хотя до этого я только всем продавала по своей цене. Ну как, деньги были, а что, что я навариваться буду? Глупости какие, да, я работу делаю и честно делаю. Очень много вебинаров слушаем. Все, кто сегодня здесь, очень много уже учится. Согласитесь, можете поставить плюсики, кто даже, допустим, там второй, третий месяц. Как много вы уже прослушали вебинаров, чтобы кому-то отдать эти знания. Вот это тоже преимущество компании Дотерра, то, что она обучает. То, что мы не просто там теоретики на словах, абсолютно всему. Мы даже практиками становимся уже, ведя бизнес. Да? То есть это не просто там прослушать миллион самых разных курсов по бизнесу, как же его делать, или еще там, как стать лидером. Да? Мы здесь вот учимся быть лидерами уже в практике, в жизни, и это очень круто. Да? Кто-то там не умел провести первую встречу к семейному доктору. Так научим, было бы ваше желание. И кто-то здесь уже может сказать, что мы это делаем для тех, кто приходит. Окей, переходим к силе трех. Хорошо? Итак, бонус сила трех. Командная работа, я уже сказала. Отличие команд, тоже бизнеса компании Дотерра, что на самом деле в первой линии нам нужно, в принципе, 3-4 человека. Более того, если мы договариваемся с нашими серьезными бизнес-партнерами и говорим так, окей, я на 150, ты на 150, и мои вот, 3 человека первой линии делают 150. В результате сколько получилось 4 раза на 150? Правильно, 600. Так вот, я уже, например, в этом месяце я зарегистрировался, подписал 3 партнеров. Они встали на программу лояльности. Условие, что они стоят, все мы стоим на программе лояльности. Кто в бизнесе стоит на программе лояльности на 100 PV плюс, да? Если на 150 мы договорились. Супер. Значит, уже в ноябре, сделав заказ по лояльности в ноябре, уже в декабре мы можем получить еще $50, но это уже будут деньги. Вот если программа лояльного клиента – это был бесплатный продукт, до 30% возврат с PV, то здесь деньги. Хорошо, нужно 3 человека, мне не нужно большую первую линию. Но я продолжаю подписывать людей своих, да, я являюсь для них энроллером. Два понятия, которые нужно будет знать. Энроллер – это тот, кто пригласил лично. Я подписываю лично, и по большому счету мне не нужно больше 4-3 человек в первой линии. Ну, четвертый он запасной такой нужный человечек, да. И я начинаю своих людей под этих надежных партнеров, которых, ну, может быть, там, они тоже нашли одного-двух, поддержкой ставить под них, да. Тем самым мы делаем им их 600, они заработали опять же свои 50. Каждый из трех партнеров нашли всего 3, кто хочет зарабатывать, кто хочет делиться, хочет работать по системе Шедове. Да, вот эта вот система Шедове, это как раз система, по которой мы дарим пробники, это мы тоже учим. Вот я уже получу, или вот этот новенький уже получит 250 в деньгах. Да? Вот когда вы уже получили свои первые 250, и вы поняли, что на самом деле это очень реально, потому что спрос настолько большой на эфирные масла компании Дотерра, все, вам вообще не нужно тратить денег на этот продукт. Ну, в смысле, вкладывать, тратить, наверное, не совсем правильно. Вот, да, вы купите те крема, которые вы хотите, вы купите то, что вы хотите, да, еще одно эфирное масло, и сделаете себе там спа-процедуры так, как вы хотите. И ванну примите с этими маслами, ванну Клеопатры. Вот. 250 – это уже все супер. Если вы уже поняли, как это делать, значит, у вас есть команда. Значит, вы уже поняли, что вы командный игрок, да, и вы поняли, как поддерживать свою команду. Мы не ставим просто так людей ни под кого, просто вот просто так ставим и ставим. А мы ставим тогда, когда мы сказали, слушай, мне нужно, чтобы ты делал хотя бы заказ на 100, и ты приводил новеньких, я рассказываю, как, на наши встречи. Тогда я тебя поддерживаю, а иначе, ну, будут другие люди, кого вы будете поддерживать. Обязательно должны быть общие условия игры в команде. Да? Допустим, месяц мы дарим за подписание новеньким там, на 200 пиви, например, масло эфира, масло апельсина на 15 мл, потому что масло апельсина нет в нашем топ-10. Масло совершенно уникальное, и оно тоже является как раз тем маслом, которое мы дарим. Поэтому масло апельсина очень хорошо подарить своему новенькому, да? Если он сделал заказ на 200 пиви плюс. Вот, вот такие условия как бы в команде, чтобы не было этого разногласия.
Окей, хорошо. Когда ваш новенький сделал то же самое, что сделали вы уже получаете 1500. Это очень круто. В принципе, как бы, когда вы это поняли, что это реально, это реально. Это реально, и мы к этому пойдем все дружно, обязательно придем. Вот, да, но здесь просто нужно смотреть вот эти вот дружные наши. Есть у кого-то из опытных моих лидеров дополнение по силе 3 очень важно? Может быть, я что-то упустила? Девочки, есть что дополнить? Вроде нет. Кто еще что-то хотел бы сказать? Ну, давайте, если будут вопросы, тогда, может быть, что-то всплывет. Так, это еще один вид выплат. Так, у нас есть еще такой Unilevel. Про него будут обязательно спрашивать люди, которые приходят из сетевых компаний других. Да? Давайте посмотрим, что это такое. Вот это вот, смотрите, лидеры в Европе в 2019 году. Вопрос такой тоже будут задавать. А как много у вас лидеров? Потому что вы можете рассказывать сколько угодно, но на самом деле это недостижимо. Это очень достижимо. А в прошлом месяце, ой, кто помнит, сколько было в Европе элитов? Так только... Два новых элита было в нашей команде, да, только, да, а всего было, нет, сейчас у меня по другой этой цифры, но я в группе писала об этом. То есть это абсолютно реальные цифры. Лидеры в Европе в 2019 году, силверы 1000, голды 410, платину 118, да, blue diamond. Так, давайте про Unilevel, потому что это очень важный вид выплат, про который обязательно будут спрашивать те, кто приходит из других компаний. У нас были быстрые деньги, поэтому мы говорили. Но у нас есть еще и медленные деньги. Да, это тоже очень важно. Потому что просто нахвататься это... А дальше-то что? Дальше мы должны людей научить пользоваться этой продукцией. Это очень важно. Поэтому мы проводим мастер-классы, вебинары по продукции. Потому что мы работаем с продуктом. Очень классно, его нужно знать и понимать. Вот, для начала хотя бы уметь рассказать про топ-10 мастер. Так, смотрите, что у нас есть. Вот видите, бонус силы трех мы немножко поговорили. Бонус быстрый старт мы тоже с вами поговорили. А теперь давайте поговорим про Unilevel. Так вот, смотрите, у нас на первой линии, в принципе, людей не так много. Нам не нужно много людей на первой линии. В первой линии. Прошу прощения, как раз компания, в которой я была до этого, там нужно было для того, чтобы стать успешным лидером, 12 человек в первой линии, тоже строящих свои первые линии. Очень сложно. Я не готова была там выходить, собирать стадионы, чтобы, ну, то есть для себя. Да, конечно, я там имела чек, но здесь бизнес совершенно другой, абсолютно однозначно. Так вот, смотрите, что в компании Дотерра. На первом уровне нам как раз платят всего 2%. Здесь людей немного, и нам не нужно, чтобы здесь нам много платили. А вот когда у нас на 7 уровне уже много людей, да, вот смотрите, здесь цифра 2187. Так вот, эта картинка, чтобы вам было потом еще раз на нее интересно посмотреть, из той самой брошюрки создавайте, которую я просила, чтобы она вот где-то там была под рукой. На сегодняшней встрече вы просто можете здесь себе отметочки делать, да. Вот, так вот у вас на 7 линии, в принципе, если вы вот выстраиваете свои красивые такие дружные команды, всего по 3 человека, у вас здесь уже будет более 2000. Так вот здесь мы получаем 7%. Да, и если кто-то не сделал, у нас есть компенсация, вы все равно получите, да, то есть поднимется этот уровень, и вы все равно получите свои 7%. Вот это очень важно, да, не во всех компаниях именно вот такой Unilevel, где чем ниже уровень, ну, до 7 уровня мы захватываем. В рангах повыше там еще больше захватывается, да, почему нужно стать очень хороший ранг выйти. Вот. Вот этот момент имейте в виду, да, что вот, пожалуйста, эти цифры здесь написаны. Это Unilevel. Угу. Так, давайте посмотрим, что мы видим. Что мы видим вот на этой картинке, которая тоже может быть перед вами. Да, вот видите вот эти вот линии, вот эта вот сиреневая, голубая, зелененькая. Первый месяц 304. Вы можете, и вот здесь вот цифры 3, 6, 18, 27, да, за сколько месяцев вы можете прийти к определенному рангу, который подкрепляется определенной суммой. То есть понятно, что ранг просто потому, что я силвер, ну как бы ни холодно, ни жарко, да. Приятно, но приятно иметь чек, да, вот чек в ранге силвер примерно $2000.
Вот. Из чего он выстраивается? Он уже выстраивается, здесь можете посмотреть, он выстраивается из fast start, из быстрого старта, силы трех, из uni-level. И видите, в ранге uni-level вот, вот как растет, видите, да? То есть чем больше у вас людей, тем больше этот вид uni-level. Вот сначала его вроде бы так сильно не чувствуешь, а потом ты понимаешь, что да, это хорошие, серьезные деньги. Вот, в ранге gold это уже тоже, да, но здесь у нас уже в ранге silver и даже в ранге silver у нас присоединяется еще лидерский бонус, про него я сейчас обязательно скажу, почему всем нужно быть как минимум премьерами и силверами. Так, премьер. Вот это средние цифры в месяцах по компании. Компания ведет вообще статистику прям всего, очень важно. Это средние цифры. Я точно знаю, что сейчас есть люди, которые начинают работать сразу, работают по системе, приглашают на встречи, вебинары, общие командные мероприятия, такие как и детокс, и исследования, проводят встречи онлайн, офлайн, даже быстрее выходят на эти ранги. Я вышла не так быстро, не за 18 месяцев. У нас не было той самой системы, системы Shadowy, по которой мы работаем, по которой каждый шаг, вот эти книжечки, они как раз по системе Shadowy. Просто нужно их еще раз посмотреть, задать вопросы. Да, и так, хорошо, давайте мы сейчас посмотрим. Вот, то есть, допустим, за 6 месяцев вы можете выйти на ранг премьер, это примерно $700 в месяц. Ну, я даже считаю, что для кого-то $300 в месяц очень даже приличная доплата дополнительно к семью. Да? Почему нет? Окей, хорошо. Сейчас мне очень хотелось бы рассказать про дополнительные бонусы, которые мы получаем, когда мы выходим в определенные уже ранги. Почему нам нужно выйти, в принципе, хотя бы в ранг премьер? Давайте мы раз, еще раз вернемся к элиту. Что такое? Вот это элит. Первый ранг элит. Да? Что нужно, чтобы стать элитом? Нужно, чтобы в вашей команде был объем, общий объем 3000. Давайте посчитаем, что такое 3000. Делите на 200 заказов, 200 курсов Анны Куринович, на которые мы еще приглашаем в этом месяце людей. Да? То есть это абсолютно реально выйти на этот ранг за 3 месяца. Это реально. То есть я не говорю, что это просто. Нет, работать надо, безусловно. Да? Что такое премьер? Вот давайте мы разберем вот эти два первых ранга, такие, которые вот прям супер-класс. Вот, и я знаю, что у меня сегодня присутствуют здесь как бы премьеры в том числе, которые получили этот ранг и могут подтвердить, что это реально, абсолютно реально, да, если мы делаем определенные шаги постоянно. Вот, это у вас как бы два экзекьютива по 2000, да, вот. Ну, то есть вот такие моменты, да, которые мы должны знать. Мы видели, что это все командно выстраивается, то есть вы не один это делаете. Почему же нужно стать лидером? Потому что у нас еще есть, помните, я говорила, есть лидерские выплаты. И вот это вот очень круто. Компания все время наращивает свои обороты, объемы и, соответственно, растут прибыли. И она щедро делится с теми, кто реально строит бизнес. Да? Вот здесь вот уже серьезные деньги, серьезные выплаты. И в ранге премьер вы получаете не только бонус «Быстрый старт» за новеньких, а вы уже получаете долю за новенького. Да, вы получаете долю. Настя, не помнишь, какая это сумма была? Значит, под рукой нет. Да, вот empowerment бонус – это бонус за новенького. Смотрите, в 2017 году выплачивали… Ну, там табличка… $200. Вот, $200. Сколько? Вот. Это 1,25% от… 1% прибыли компании в месяц. Все, вот сейчас это $128. Было в 2017 году 128, а в 2020 году увеличили этот бонус $200 в пересчете на евро. Там получалось что-то, я не помню, под рукой просто нет. То есть это вот уже вы получаете за то, что вы в ранге премьер, да, вы вместе с вашей структурой 5000, две ваших ноги по 2000 в ранге премьер, вам выплачивают долю $200. Да, это вот с 2020 года. То есть для лидерских рангов увеличили этот empowerment бонус. Да, я, кстати, приготовила, у меня была эта выплата
за февраль, и Empowerment бонус у меня был 181 евро, да, за новенького. Вот. Если вы в ранге Silver, вам еще платят долю за то, что вы в ранге Silver. Что такое ранг Silver? Давайте посмотрим. Это тоже реально. Я сейчас нахожусь в ранге Silver, и я могу сказать, что вкладывая определенное время, абсолютно реально, да, и... Это три элита, да, три элита по 3000. В ранге Silver я получаю еще за то, что я выращиваю своего элита долю, я получаю за то, что я Silver, я получаю лидершип долю, вот, и ее тоже увеличиваю на самом деле, да, и вот это как бы вот, вот здесь. Здесь тоже можно посмотреть, да, вот эти вот выплаты лидерские. Поэтому растут лидеры, потому что они видят, ради чего стоит расти, да, и какие дополнительные выплаты мы получаем. Здесь вот 1% Silver, и получается, что у нас и премьер получает, премьер получает за нового приглашенного подписанного, Silver получает тоже за нового подписанного, плюс Silver еще получает долю за то, что он просто Silver, да, это уже вот такая приятная выплата, зарплата за то, что я в ранге работаю, у меня есть команда хорошая, надежная, которую я обучаю. Про это я уже говорила, да, это сравнительный анализ другой компании. Если мы смотрим, что мы выстраиваем, допустим, вот здесь компания 2% получает в первой линии, да, то, о чем мы говорили на прошлой нашей встрече, да, как вырастет, и у кого 7% в первой линии, наоборот, меняется, да, так вот в компании Дотер, видите, какая разница, огромная разница. Опять же, посмотрите, чтобы стать, добиться определенного ранга в компании Дотера, допустим, Силверу, нужно три вот таких хороших ноги, надежных, три элита. И выйти, чтобы на более высокий ранг, нужно 6 ног, да. Но объем, посмотрите, какой здесь у нас получается, нужно, чтобы объем был 162 тысячи, чтобы получать этот президентскому даймонду, да. А здесь объем в другой компании нужно 1,5 миллиона, да, это совершенно другие вложения и возможности. Вот, что я хотела, ну, вот, наверное, основные моменты, в принципе, 1,5 часа мы с вами проговорили. Что нужно знать, когда выбираете компанию, да, это, конечно, люди, которые этим бизнесом, в принципе, кто создали эту компанию. Большинство из нас знают этих людей даже лично. Эти люди приходят к нам на встречи офлайн, онлайн. Мы знаем, я знаю основателей, ну как, конечно, хотя с доктором Хиллом, основателем компании, я лично знакома, я у него обучалась делать массаж ароматач. Вы знаете, как всем нам это нравится, меня похлопали по плечу и сказала, хорошо, хорошо, молодец, молодец. Это очень приятно, прям, знаете, такое вот благословение, да? Они настолько вот человечные люди, это семейный бизнес для них, и они очень хотят, чтобы этот семейный бизнес был и для тех, кто этот бизнес делает. Здесь настолько важны вот эти человеческие качества, в том числе, когда мы понимаем, что нет, мы поддерживаем людей. А вы знаете, что еще интересно, что, не знаю, в каком еще бизнесе это возможно, и это начинаешь понимать, когда ты пришел уже к какому-то рангу, например, премьер или силвер. Допустим, Silver получает долю от дохода всей компании. Долю от дохода всей компании. На самом деле, мне выгодно приглашать на наши встречи людей из других команд, вообще из других команд, в том числе. Потому что если они будут успешно развивать свой бизнес, соответственно, моя доля будет выше. Согласны? Согласны. Что они делают? Вот как раз вот эта сила трех, когда мы поддерживаем эти команды, да? Мы стараемся поддерживать друг друга, даже если мы работаем в других компаниях. Вот у нас сейчас очень хорошее сотрудничество тоже с лидером из Лондона. Что-то она мне там говорила. Вот. Сейчас, да, она нутрициолог и тоже приглашает свои встречи по продукции. У нее очень интересные встречи по продукции. Она очень хорошо знает продукт. Вот, так, основатели. Основатели компании, мы уже говорили, что это не должен быть один человек, да. Очень важно, чтобы был продукт, физический продукт.
со своим производством, то, что мы имеем. Компания «Дотерра» не перекупает, она вкладывает деньги фермеров в качественное сырье, но производит продукцию сама. Строит заводы в разных странах, дистилляционные установки по переработке сырья строит в тех странах, где это сырье выращивается. Это тоже очень важно для качественного эфирного масла. Иногда нужно всего 2 часа, качество будет потеряно. Так вот, строятся заводы, это вложение, это долгосрочное вложение. Вот это очень важно понять. Отсутствие долгов, мы про это уже поговорили. А сбалансированность маркетинга, ну, вы видели, что здесь у нас несколько видов выплат, и мы будем получать по каждому, делая всего на 100 пиви. И всего на 100 пиви, это абсолютно. Тот, кто уже заказывает этот продукт, очень часто думает, чтобы выбросить из корзины. Ну, согласитесь, ставьте плюсики, тот, кто вот уже, да. Иногда себя нужно просто тормозить. Особенно сейчас вот эти рождественские подарки. Кстати, посмотрите, что есть на подарке. Делайте, потому что мы сегодня получили от нашего менеджера по Латвии, что, скорее всего, не смогут дополнить вот те продукты, которые закончились в подарке. Так, если быстрые деньги, имейте в виду, что это тоже момент важный, потому что люди пришли, они хотят быстро увидеть деньги. Вот, средние деньги, понятные и достижимы. Это тоже имеет значение, да, мы тоже про это с вами поговорили. Обязательно узнайте, сколько зарабатывают топ-лидеры и каков рост топ-лидеров вообще в компании. Что нам пишут в чате? Я не смогла прочитать. Окей, что-то у меня не открылся чат. Вот здесь мы все, кто ездил на конвенции, абсолютно все, может быть, сейчас лидеры что-то возьмут, микрофон добавят, мы действительно были удивлены, как много лидеров вырастает. Это абсолютно реально. Не нужно бояться, что этот рынок захватили, и все. Во-первых, вы можете подписывать по всему миру. Вспоминайте, делайте, пишите свой список, с кем вы хотите поделиться, да. И не ждите, когда кто-то другой поделится с вашими близкими, а потом вы узнаете, а он скажет, а почему же ты мне не рассказал, что ты с этим замечательным продуктом? Так, что еще? Значит, процент удержания клиентов – это очень важная цифра. Про нее мы уже поговорили. Прирост в России за 2019 год 500%, про это мы тоже говорили. В Латвии кто помнит сколько? Где-то у меня тоже записано, я не помню. Могу потом найти, сказать. Так. Значит, компания в момент кризиса, да, мы знаем, что сейчас действительно была ситуация, когда некоторые просто компании развалились, потому что не выдержали того, что происходит, да, уже сказала, что объемы только выросли. Это очень важно, что спрос на продукцию высок. Интернет-магазины будут нужны, люди переходят в интернет-магазины, онлайн-обучение нужно, мы просто в нужном месте, в нужное время. Открытый мир в разных странах. Это супер. Компания не закрыта на одном рынке, это очень важно. Финансовый контроль, компания как бы очень серьезно относится к этому, и у нее не будет никаких проблем с налоговыми, потому что как бы, мы платим налоги, это важно. Так, потребление, значит, да, есть компании вроде как неплохие, да, и маркетинг у них не очень, но у них нечего покупать каждый месяц, реально, ты это понимаешь, и поэтому там не будет возможности зарабатывать. Вот. Важно, чтобы вы попадали в хорошую команду, в которой есть обучение. Может быть, кто-то захочет сейчас дополнить, кто недавно присоединился к компании, к нашей команде, к компании, получает ли он от нас такую поддержку для новеньких, может быть, это будет важно. Так, что еще важно? Что мы не просто учимся, вот учимся, 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 а мы начинаем отдавать. То есть мы становимся практическими, ну, практичными пользователями продукта, умеющими почти, не знаю, первый месяц уже делиться и рассказывать. Вот, это тоже важно, да, и мы учим рассказывать правильно, так, чтобы вы уже в своей компании это делали не, как бы, вот у меня были ошибки, да, я придумывала разные сценарии, какую же я встречу проведу на этой неделе, там, духи, не духи, да, такие встречи тоже нужны, как зазывалочки, но самое важное, научитесь рассказывать про топ-10 масел. Потому что про топ-10 масел можно рассказывать с любой точки зрения. Даже вот я говорила, кстати, обещала про аромазавтраки рассказать. Ну, аромазавтрак, замечательно. Приготовьте обязательно соус, оливковое масло с разными маслами. Мед, замечательно, с сунгардом, с лимончиком,
с апельсинчиком, несколько разных вариантов. Вот арома завтрак, все, что нужно человеку, чтобы он попробовал. Кусочек черного хлеба макнуть с оливковое масло, в которое капнули, например, черный перчик или лимончик. Супер, да? То есть разные варианты соусов. А дальше, конечно же, дегустируем топ-10. Хорошо, потому что мы должны человека уже на первой встрече подвести к какому-то подписанию. Ну, зачем он пришел? Он научился делать духи и все. Но мы-то хотим, чтобы он пользовался этой продукцией. Вот это тоже очень важно. Да, мы поняли, что здесь продукт для человека, потому что вот у меня даже есть девочки, которые не являются консультантами, просто отличными покупателями, лояльными покупателями. Они говорят, что таких витаминов они не ели нигде, от которых есть результат. Они это чувствуют. И вы знаете, у нас же есть такая как бы история, что, в принципе, если вы не получили результат от витаминов в течение 30 дней, вы их можете вернуть. Но больше вы никогда не сможете их купить. Так что вот так. Эта компания, она только уверена, что вы все равно получите результат, что как бы, ну. Так, что еще? Фокус на команде. Мы уже с вами поняли, что здесь очень командный бизнес. Так, опять, первая линия. Какой должна быть первая линия? Она не должна быть большой, поэтому это реально. У нас бизнес направленный не на ширину, а на глубину. Так, далее. Равноценные скидки, кстати, для покупателей и партнеров это тоже имеет значение, да, потому что вот они равноценные, нам тут невыгодно как бы заниматься продажами, бегать с этими бутылочками, баночками, нам важно показать человеку, даже если он не собирается пока, например, строить бизнес, что у нас одинаковая цена, давайте я вас научу пользоваться. И это не значит, что вы должны будете тут же начинать делиться. Мы помним, что на наши встречи приходят три типа людей. Просто пользователи, юзеры, тот, кто расскажет иногда шерер, и билдеры, те, кто начнут строить. Но это не значит, что человек пришел как юзер и не станет билдером. В моей команде есть такие люди, которые пользовались там 3 года, а потом решили, что вау, а что это я? Да, надо же делиться. Кстати, блогеры очень часто боятся сетевых компаний. Так вот, у многих команд растет вот как раз бизнес дотеры, потому что блогеры не боятся попробовать эфирное масло. Можно подарить, можно что-то предложить. Вот. Это, как мы уже говорили, тренд. Да, эфирные масла просто настолько сейчас востребованы, что это будет с людьми, это никуда уже не денется. Берите любую сферу жизни. Массаж, косметика, аромадизайн. Абсолютно все. Да? Приготовление еды. Попробуйте привести черный перец такой, чтобы он имел вообще хоть какую-то пользу. Пока черный перец до нас привезли, там уже эфиров не осталось. Там остался вкус и немножко аромата. Мы же знаем, что как раз вот эти масла-специи, они же за счет эфиров богаты. Смысл как раз в эфирах. Они просто уже все испарились, пока до нас привезли. Вот. То есть ароматерапия – это тренд, все. Мы там, где мы должны быть. Я думаю, что основные моменты я рассказала. Вот, давайте я еще раз быстренько открою вот эту картиночку. Смотрите, что нужно делать, чтобы стать, например, элитом за 1-2 месяца, как там было написано. Сколько времени вкладывать? Время нужно вкладывать. Вы хотя бы должны прослушать тему топ-10, записать и попробовать ее кому-то рассказать. Да? То есть, конечно, это время. Но для того, чтобы стать элитом, вы видели, что это примерно $300 в месяц, нужно уделять... Так, что у нас здесь? Здесь у нас 10-15 часов, но это уже, по-моему, для серебра. Нужно поставить цель и регистрировать не менее 4 клиентов в месяц. Клиентов и хотя бы одного партнера. Вы знаете, что еще ценно в компании Дотерра, что нам на самом деле не нужно подписывать очень много людей сразу. 2-3 человека, которых вы научите правильно делать то, что делаете вы. Мы прекрасно знаем, что сетевой маркетинг – это бизнес дупликации. Ничего сложного, даже то, что я сегодня рассказывала. Я абсолютно уверена, что тот, кто настроен на бизнес, может прекрасно эту презентацию повторить. Особенно вот имея книжечку или слайды, какие проблемы, там не было ничего сложного. Рассказать про качество продукции, поделиться каким-то своим опытом, показать вот этот маркетинг, сила 3, бонус, быстрый старт, программа лояльности от 10 до 30%. Вот. Если есть желание, давайте, начинайте говорить, записывайте вот, Silver, публикуйте. Расскажите сегодня, завтра, что такое программа лояльного клиента. Запишите короткое видео и поставьте, и мы вместе обсудим, правильно ли вы
говорите про программу лояльности. Вот, это нормально, мы пришли учиться и как бы научимся быстрее, как только мы начнем об этом говорить. Вот, значит, да, нужно уделить какое-то время, и, как я уже сказала, здесь не нужно прям много людей подписывать для того, чтобы достаточно быстро выйти на определенные рамки. Вот научить людей пользоваться продуктом. Вот за это нам платят, и это очень важно. Провести для них wellness-консультацию, ну, это прям дорого стоит. Потому что мы должны помочь человеку решить какое-то его состояние. Вот это вот, вот когда мы это поймем, это вот супер. Вот видите, здесь прямо на этом слайде собрано все, чтобы провести успешную презентацию. Даже если у вас нет ничего там, вот, компьютера с собой, а есть брошюрки. Прайс-лист той страны, в которой вы проводите. Вот эти две брошюрки живите, создавайте. Я там скинула еще пару брошюр. Там прям шаги-шаги. Обязательно распечатайте и полистайте. Листайте с ручкой, подчеркивайте. То есть в электронном виде можно листать, а для себя, чтобы эти шаги записать. Вот. Вот в этих двух брошюрах есть все. Есть подсказки, даже если вы вообще ничего не знаете. Всегда нужно знать, где найти регистрационные пакеты. Прайс-лист, про который я уже сегодня ставьте галочки, нюхая масла. Вот здесь есть все, да? Вот, и я думаю, что вот, есть презентация про саму топ-10, но это не наша сегодняшняя тема. Помню, что у нас очень хорошее предложение в этом месяце тоже имеется в виду вот на этот пакет, да, это всегда нужно знать, какие есть пакеты в этом месяце, какие есть бонусы, какие есть преимущества. Если человек в другом регионе, где посмотреть, тоже это нужно знать, да? Вот про это, как бы вот про эти два пакета, они просто уникальные. Допустим, этот пакет, получается, если мы с ним можно зарегистрироваться, опять же, да, стоит для регистрации он 115 евро для Латвии. 7 продуктов уникальных, абсолютно. Очень коротко про них можно рассказать. Как раз смесь масел на стражу, про которую я сегодня говорила. Вот. Далее, с пакетом, пакет, конечно, идеальный пакет у меня была, значит, дама, которая зарегистрировалась вот с этим пакетом, он, правда, сейчас без вот этих двух бутылочек с горошками с нашими, да, их отдельно можно положить, с этим набором, плюс она положила к этому комплекту, сразу делая заказ, она положила вот этот пакет уже всего за 102 евро, то есть вот здесь вот экономию 40 евро, да, если бы мы по отдельности положили все пакеты, ну, все вот эти вот. Совершенно замечательные продукты. Просто имейте их, просто для себя закажите. Они в такой красивой сумочке, их можно до 4 на один аккаунт в ноябре до 2 декабря. Они доступны. И доступны, пока есть продажи. Это звучит так, да, пока да. И с этим же пакетом, посмотрите, в Европе вы можно... Обязательно спортивная мазь должна быть в каждой семье. Обязательно должен быть адаптер с 15% скидкой. Копай бы это масло, которое вау. Баланс – это то масло, с которого мы начинаем день и заканчиваем день. Все, хорошо, это отдельная история. Помните, что все, кто регистрируется в ноябре на 200 PV, может получить уникальный курс по аромапсихологии всего за 25 долларов. Так этот курс стоит 200. Это курс от наших, такая поддержка, от наших вышестоящих оплайн. Обязательно, если вы хотите вот быстрее понять эту продукцию, понять, как помогать себе, своей семье, как использовать эфирные масла в работе с клиентами, обязательно на 200 PV делайте, заполняйте анкету, 25 долларов, это вообще просто смешно. Можно прослушивать по средам, уже 4 занятия было, да, или 3, 4 будет в эту среду. Можно будет прослушивать записи до Нового года, если кто-то не успевает прямо сейчас. Я сама на самом деле еще не прослушала. Буду прослушивать. Здесь есть кто слушает этот курс. Если есть желание, можете сказать. Удивительные темы, это тоже отдельная история. Помните, я вам говорила, что у нас есть просто супер программа. Мы ее уже протестировали. Мы ее проходили. Отзывы вау. Программа похудения за 30 дней. Мы ее обязательно будем повторять. Она у нас прям шаг за шагом. Вот по той самой пирамидке, абсолютно просто супер. Это наша фишка, нашей команды, с меню, все, чтобы вот прям было легко и просто. Чтобы я хотела... Так, вот давайте вот этот последний слайд, вот эта фраза, которую просто все вот запомните. Каждый раз, когда вы дарите кому-то эфирные масла Дотерра, вы меняете чью-то жизнь.
Возможно, в плане физического здоровья, эмоционального, а возможно, это еще дополнительно и финансовые возможности. В конце концов, ради чего? Мы хотим путешествовать, мы хотим быть здоровыми. То есть здесь есть все, да, и путешествия, и здоровье, и возможности. И вот этот бизнес, это бизнес, который делает одно удовольствие, да, помогать кому-то. Мы сами все в ароматах, мы просто начинаем день, у нас есть вот эти вот наши ритуальчики, которые мы обожаем, там, что в ванну капнуть, что на сухую щеточку, ну, то есть это вот прям вот вау, как здорово, вау, как красиво. А еще мы в команде задумали такой интересный проект, я сейчас коротко о нем скажу, скорее всего, мы завтра сделаем публикацию в Силовере, ну, чуть более подробную. Мы запускаем такой проект, как, ну, типа «Волшебство к Новому году», «Женские секретики», три вебинара по 1,5 часа, закрытая группа на Фейсбуке, ровно получается, в принципе, на 1,5 недели, да, на 2 недели. Встреча с косметологом, самомассаж, уход за лицом, аромадизайн помещения, квартиры, создание романтической обстановки, масла, специи. Вот такие примерно темы у нас будут, но это я сегодня очень коротко, потому что завтра мы обговорим чуть-чуть более подробно и сможем уже тогда вам предложить как возможность тоже в нашей команде. Да, это будет стоить 10 евро, мы будем новеньким отправлять 2 пробника, для них это тоже будет стоить 10 евро. Тем, кто уже подписан, конечно, пробники мы себе сами отправлять не будем. Будет обязательно лотерея, а мы решили, что главный приз это будет диффузор, то есть выиграть мы можем все, потому что мы все будем участвовать за 10 евро, да, вот, и будут еще и другие призы, то есть вот такая вот у нас еще тоже задумка, чтобы позвать новеньких, да, вот так вот ненавязчиво в мир ароматов с эфирными маслами компании Дотера. Вот, я думаю, что я закончила. Не получается за час. Ну, никак. Кто что хочет спросить, включайте микрофоны, камеры, я просто буду очень рада. Было ли полезно? Остались ли вопросы? Может быть, было слишком много информации. Включайте, пожалуйста, микрофоны, задавайте вопросы, делитесь, чем хотите поделиться. Лидеры, кто хотите что-то дополнить? Стоит или не стоит быть в нашей команде, вообще в Дотеро? Я могу дополнить. Было очень полезно. Спасибо огромное. Мне, например, очень понравилась идея с аромоисследованием. Мне кажется, это вау, супер. Я сама его прохожу и вижу, как кто проходит, да, подписываются и пользуются, да, то есть классно, и думаю, вот этот вот женский тоже будет отлично, тоже. Да, Ирина, спасибо большое. Насчет вот этих исследований, девочки, пожалуйста, принимайте участие. Вот, это просто, это система Шедери 3 раза... те самые даймонд-президенты, понимаете? Вот это президентский бриллиант, они 3 раза подтвердили этот ранг. Что это значит? Я понимаю, что это ни о чем новеньким людям. Это значит, что они получают 110 тысяч в месяц 3 раза. Они единственные... они уже, по-моему... Нет, 3 раза или 4 уже. Нет, 3. Нельзя, по-моему. 3, да? Вот, то есть это вау, это возможности. Пожалуйста, ну, работаем по системе. Нам ничего не надо придумывать. Исследования придумали они. Та самая толстая книжка, про которую я уже скидывала информацию, и она есть как мануал Шедери в Силвере, просто найдите. Просто начните листать каждую картину. Тут есть все. Абсолютно. Я уже открыла, да, посмотрела, там столько. Ирин, правильно, просто вот не надо сразу лезть во все дебри, одну тему взяли, опс, везде есть структурка, везде есть система. Значит, вы можете легко научиться говорить сами, и научить тех, кто хочет этому научиться. Еще раз вспоминаем, что сетевое – это дупликация, это повторение простых шагов. Это не должно быть попугайством, мы не должны ничего заучивать. Это всегда будет через себя. Но сегодня была такая презентация, которую невозможно рассказать слово в слово. Я точно так же знаю, что я ее в прошлый раз рассказывала, но как-то по-другому. И это нормально, да? Но какая-то структура должна быть, иначе нас понесет. Несет и на 3 часа, я знаю себя.
Вот. Поэтому, когда мы держим эту структуру в голове, но, все-таки, вот прослушайте еще раз про наш топ-10. Есть презентация, которую мы с Александрой записывали, потому что мы ее проводили в нашей школе. Есть другие, есть прекрасно проводят другие спикеры. Найдите тех спикеров, которые вам легли, и увидите эту систему, вот ее запишите, законспектируйте как в школе, если вы хотите уметь это делать, да? Но через себя, через свой опыт. Но не придумывайте ничего лишнего, пожалуйста. Вот не повторяйте мои 2 года шишек в моей студии, вот когда я там сидела и что-то придумывала. Нет. Научитесь рассказывать про топ-10. Все. Какую бы тему вы ни брали, берите уборку. Все, про топ-10 мы можем рассказать про уборку. Завтрак топ-10. Берите топ-10. Там и завтрак есть. Там все есть. Не знаю. Берете спорт, там есть все. Вот, хорошо. Так что вот, участвуйте, пожалуйста, в исследовании. Тем более сейчас мы проводили эти исследования чисто в нашей команде. Это требует достаточно больших усилий. Мы проводили, я считаю, что очень классно. Вот абсолютно, как бы, ну, не стыдно мне об этом говорить. Кстати, я посмотрела, что в этих исследованиях учли наши рекомендации нашей команды. Потому что мы их дали на прошлых исследованиях. Вот они вот это делают на этих исследованиях, я рада. Но очень удобно, там таких спикеров приглашают. Кто вчера слушал Наталью Тараповскую, это было уникально. Просто, да, презентация семейного доктора, если кто-то заметил. Она рассказала про топ-10, тут совсем по-другому. Вот, обязательно, если будет запись, прослушайте. У кого есть вопросы по бизнесу, что понятно, что непонятно? Нужно начать писать список. Список по Шедове, он называется список 100. Я уже говорила, что я не очень люблю это название список 100, я люблю это, назвать это так. Кому я хочу подарить пропуск? Да? И вот когда мы пишем этот список 100, мы ни за кого не решаем, нужно человеку или нет. Мои рекомендации, в принципе, всех лидеров, они это подтвердят, записать в этот список тех людей, с кем вам будет хорошо. Да, ну не надо писать людей, если он вам вообще не симпатичен. Даже если он вам принесет много денег, вам все равно с ним работать. Вот это имейте в виду, да, что здесь бизнес-отношения однозначно. Вот я очень хочу, чтобы все, кто в нашей команде, в нашей, я надеюсь, дружной команде, вот так вот дружно и дальше делились, несли миссию компании Дотерра и использовали. Я хотела спросить, а, ну, вообще у всех, кто слушает, есть ли шаблон списка 100 или прислать его в Silver? А, ну, вот именно документ, который можно заполнять, Excel-таблицу. Там есть, можно его найти там. Я могу просто еще раз скинуть. Ну, продублируй, чтобы новеньким не надо поискать, да? Да, чтобы не надо было искать. Так, ну давайте все быстро, минутку. Есть у кого-то какие-то вопросы, рекомендации, советы, просьбы, пожелания, и все, и тогда расстаемся. Потому что я нас всех.